Жемчужиной филателистической коллекции Ленинского мемориала является траурная марка. Ее в День памяти вождя мирового пролетариата представили на выставке «Образ Ленина в филателии» в Доме музея Ленина. Фактическое начало филателистической линиане было положено в январе 1924 года. В траурные январские дни, после того, как 21 января перестало биться сердце руководителя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ульянова Ленина, было принято решение увековечить его память в почтовой миниатюре. Работу по созданию траурной марки поручили художнику Ивану Дубасову. Ивану Дубасову помогало в работе то, что он видел живого Ленина, выступающего на митинге. Ну, а в основу марки он положил одну из фотографий, сделанных тоже признанным мастером своего дела, фотографом Петром Адольфовичем Отсупом. Отсуп 16 октября 1918 года в кабинете Ленина сделал 11 фотографий, и вот одну из них Дубасов взял за основу. Уже 27 января 1924 года, в день похорон Ленина, траурные марки поступили в обращение в Москве. В первой годовщине со дня смерти Ленина в 1925 году была издана вторая марка из филателистической линианы с изображением деревянного мавзолея, где покоилось тело Владимира Ильича. Работа художника Завьялова. Большой популярностью пользовались крупновалютные марки с достоинством в 3, 5 и 10 рублей с портретом Ленина, которые печатались в 1925-1928 годах. Они выполнены в разном цвете. Первой маркой с детским портретом Ленина стала миниатюра синего цвета, появившаяся в январе 1927 года в почтово-благотворительной серии «Помощь беспризорным детям». Она имела номинал в 20 копеек, и на ней был запечатлен 4-летний Володя Ульянов. Но на марку был помещен портрет Володи Ульянова, малоизвестный тогда, но очень известный теперь и во многом благодаря «Октябрятской звездочке». На этой фотографии, а сделана она была у нас в Симбирске в 1874 году в ателье фотографа Закряжской, Володя был запечатлен вместе с сестренкой Олей. Ну вот тот самый мальчик с кудрявой головой. В апреле того же года марка была переиздана в новом цвете – карминово-розовом. Музейная коллекция Ленинского мемориала располагает марками из серии, выпущенных 10-летию, 20-летию со дня смерти Ленина, на которых были воспроизведены портреты Владимира Ильича в детские, юношеские и зрелые годы. Всего на выставке представлено более 150 марок из собрания Ленинского мемориала, на которых запечатлен образ Ленина. Цитаты из его известных произведений, места, связанные с его пребыванием. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.